Здравствуйте, Владимир. По-моему, сегодня вы опять нас обрадовали. И, я думаю, увеличили число ваших поклонников, потому что бег у вас сегодня был великолепный. Ну, знаете, уровень очень хороший, да? 3:38. 41. Понимаете, давно так вот не было. По крайней мере, в этом сезоне точно уже не было, да? И это при том, что конкуренции никакой. Второе место, по-моему, 5 секунд, по-моему, проиграл. Да, 3:42 там. Ну вот да, поэтому как вам удалось вот такой показать, бороться, наверное, сами собой получается? От себя такого не ожидал, так как я после 10 тысяч метров отходил, работы мне некомфортно заходили. Внимание! Это ваш личный, да, рекорд, по-моему? Да, личный мой рекорд и Пермского края установил. А сколько секунд вы сбросили? По-моему, полторы, по-моему, кажется, секунд, да? В том году я бежал, получается, зимой, 3:49:54, получается, секунду скинул. Понятно. Как вообще-то вот такую погоду выступать? Было сегодня оптимально или нет? Погода не дождливая, не жарко, просто ветер гуляет на финишной прямой, очень тяжело бороться с ветром. Все будет решаться на финишной прямой. Ну, я старался по ветру накатывать. Болоть, а что происходит? Почему такие результаты? Неужели вот то, что не хватает вот этого опыта участия и нет мотивации у ребят как бы выступать? Вот почему такой уровень? Вот только вы один, получается, показали такой серьезный уровень. А больше никто как бы. Реально, ну 5 секунд вам поиграть это... Ну, в принципе, ребята-то уже не молодые. Они в свое время-то все равно бежали 3:37. Вот, ну, то есть оказывает вот это влияние, наверное, все-таки вот то, что нет вот этой... допуска, наверное, влияет, как, да, на мотивацию. Конечно, ну, подготовка уже не та. Если не допустили, то уже готовиться не к чему. Но у нас с Николаем Васильевичем все равно как-то план стоит, работаем все равно на результат. Ну, видно, что у вас с каждым стартом повышение есть. Допуск. Хорошо, Володь, а вы определились, здесь будете выступать завтра еще или уже нет? Завтра уже нет, все у меня. А поделились с чемпионом России? То есть будете экспериментировать с дистанциями? Николай Васильевич планирует меня на 5000 метров и потом еще на 1500 метров. Ну, то есть десятку мы не будем больше экспериментировать. Не, на следующий год обязательно будем. То есть десятку мы на следующий год тоже будем, да, как бы? Пока все-таки не добежим. То есть попробуйте все-таки доказать то, что вы десятку как бы готовы показать. На будущее это все равно на 10000 метров переходить. Ясно. Но самое главное, здоровье позволяет, сегодня получится, самое главное уже. Ну, сегодня, да, я отошел, чувствуется, вот по последней работе я вот работу делал по 500 метров 5 раз. Уже чувствовалось, что я уже прихожу все потихоньку. Володь, значит, на чемпионат России надо пригласить, наверное, да, наших все-таки любителей, чтобы они пришли и вас поддержали, правильно? Ну, поддержка-то никогда не помешает. Все-таки надо, чтобы... Это все равно как-то мотивации больше. То есть пригласим 28-30 июля в Жуковский, да, пригласим? В Жуковский, да. Я думаю, вы нам тоже покажете все, что можете, ну, и сюрпризы поднесете очередные. Главное, чтобы все приятные сюрпризы. Удачная подготовка. Спасибо вам большое. Удачи, чтобы у вас все получилось. Вы просто молодец. Спасибо большое.